Там треугольник. Для некоторой точки известны расстояния. Докажите, что другой точки с такими же расстояниями нет. То есть, если у вас есть какая-то точка n, и am, an равно bm, bn и cm, cn, то обязательно m равно n. Решение. Точки исхода. Что значит известное расстояние от точки А? Значит, точка лежит на окружности центра А, так? Что значит известное расстояние до точки Б? Понимаете? Вот, значит, вот, где пересекаются две окружности? Ну, хотя бы одна точка у них есть, да? Это точка М. Не может быть, чтобы они не пересеклись. Но вообще два варианта. Они могли касаться, тогда ответ будет единственный, могли пересечься в двух точках, тогда будет два варианта. Но смотрите, эти две точки расположены от вот этой вот прямой в двух полуплоскостях, так? Симметрично. А вы понимаете, что та точка, которая оказалась в той же полуплоскости, где С, будет ближе к... А? Все. Эти расстояния не могут равняться. Потому что если бы CM равнялась бы C, вот эта точка C, то тогда точка C должна была бы лежать на середине перпендикуляра. А серединный перпендикуляр — это как раз и есть А, Б. Поняли?